Молодой певице Адель сопутствует большая удача. В январе этого года она получила свою 9-ю Грэмми, а уже в феврале Оскаром была награждена ее композиция «Skyfall». Такой головокружительный успех помог молодой британке возглавить список самых богатых исполнителей Британии до 30 лет. Ее состояние оценивается ни много ни мало в 46 миллионов долларов. Еще бы, ведь последний альбом Адель под названием «21» уже второй год подряд возглавляет чарт продаж. Некоторые поклонники знаменитости негодуют, как же так? Известная исполнительница совершенно не радует их гастрольной деятельностью и за прошлый год выпустила только одну новую песню. К слову, если поп-певица даст свое согласие стать лицом известной косметической марки, то таким образом она пополнит свой бюджет на 15 миллионов долларов. Неплохо, учитывая, что британской певице в начале мая стукнет лишь 25 лет.